достойные сыны своей отчизны, вам доблести в бою не занимать. Во имя жизни и ценою жизни смогли вы мир священный отстоять. И если над землей до горизонта распахнуты просторы синевы, то это только потому, что с фронта сыны отчизны возвратились вы. Война прошла далеким ураганом, жестоким смерчем стали и свинца, но до сих пор тревожат землю раны, и памяти о прошлом нет конца. Добрый день, уважаемые средняканцы! Здравствуйте! Сегодняшний день для граждан нашей России священная памятная дата – День Победы. 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Память поколений не угасла. Она бережно хранит боевые подвиги ушедших героев. Память – это дорога из прошлого в будущее. Сколько бы лет и десятилетий не прошло, люди Земли снова и снова будут возвращаться к Великой Победе, ознаменовавшей торжество жизни над смертью, разума над безумием, гуманности над варварством. И в эти дни торжественной памяти наш долг повелевает еще раз низко поклониться героям, павшим в боях за Родину, героям, которые живут в мирное время, поклониться и сказать им: мы всегда будем хранить память о великих событиях, передавая ее от поколения к поколению. И в наших сердцах никогда не погаснет свет победы. Наш митинг мы посвящаем памяти людей, ушедших навсегда, и памяти тех, кто жив сегодня, кто выстоял и победил. Уважаемые средняканцы, с праздником вас! 79-й годовщиной Великой Победы! Митинг, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, объявляется открытым. Внимание! Внесению государственного флага Российской Федерации и знамени Победы стоять смирно, равнение на знамя. Thank you.
На сцену приглашается глава Среднекамского муниципального округа Оксана Николаевна Герасимова. Дорогие мои земляки, соотечественники, сердечно поздравляю всех вас с праздником победы советского народа в Великой Отечественной войне. Много суровых испытаний пришлось пережить нашему государству, но самым грозным из них явилась война, которую развязал фашистская Германия со своими сателлитами. Долгих 1418 дней и ночей ковалась победа. Под Смоленском, Москвой, Курском, Сталинградом и Берлином, в сражениях на Днепре, в Висле и Одере наши отцы и деды сломали хребет всемирному злу. Они выстояли. Они защитили государство, его независимость и суверенитет от коричневой проказы и водрузили знамя победы над Рейхстагом. В мае 1945 году был дан суровый приговор, но справедливый фашизму. И, казалось бы, никогда мы уже не знали бы, что такое зверство нацизма и фашизма. Но внуки и правнуки бандеровцев, карателей и палачей подняли головы и развязали самую настоящую кровавую бойню на Донбассе. Мировая олигархия пытается столкнуть лбами некогда братские народы, исказить нашу историю, уничтожить и растоптать нашу культуру и русский мир. Сегодня, глядя на те события, которые происходят на Украине и в приграничных районах нашей страны, вспоминаются слова журналиста блокадного Ленинграда Юрия Воронцова, который в 1945 году писал: «Не зря я беспокоюсь, чтоб не забылась та война. Ведь эта память — наша совесть, она как сила нам нужна. Сегодня действительно мы не должны позволить, чтобы фашизм получил реванш за проигрыш во Второй мировой войне. Мы будем защищать свою победу, подвиг нашего солдата, его значение и глубочайший смысл. Сегодня мы преклоняем головы и отдаем дань уважения всем фронтовикам, труженикам тыла, детям войны, жителям блокадного Ленинграда, всем тем, кто поставил окончательную точку в самой кровопролитной войне человечества. Мы низко кланяемся тем, кто стоит незримо в наших рядах бессмертного полка и вдохновляет своим подвигом наших солдат, участвующих в освобождении Донбасса, участвующих в освобождении нашей страны и мира от фашизма. Сегодня я хочу всем пожелать единственного, чтобы наше великое знамя победы всегда сияло яркой звездой и вела нас к новым свершениям, к развитию, к миру и счастью. С праздником, с нашей великой победой! Thank you.
предоставляется председателю собрания представителей Среднекамского муниципального округа Александру Николаевичу Таланову. Уважаемые земляки, сегодня мы отмечаем очередную 79-ю годовщину со дня Великой Победы. День Победы – это главный государственный праздник нашей страны, потому что Великая Отечественная война – это главное событие 20 века. 79 лет уже прошло с той памятной даты. Ушли многие ветераны. В стране осталось около 11 тысяч фронтовиков. Но дети, внуки и правнуки должны помнить и чтить память тех, кто воевал, кто работал в тылу, воевал в партизанских отрядах, сражался и победил. Конечно, история страны, она состоит из истории каждой семьи. А в каждой семье нашей Родины есть свои герои Великой Отечественной войны. И рассказывать о них внукам, правнукам, показывать, на их примере воспитывать детей – это святая обязанность каждого нашего человека. Жизнь показывает, что не на словах, а на деле надо порох держать сухим, и бронепоезд должен стоять на запасном пути, потому что надо уметь защищать то, что добыто в боях нашими предками. Я поздравляю всех с этой знаменательной датой. Желаю здоровья, счастья и успехов. С Днем Победы! Спасибо. Слово предоставляется настоятелю православного прихода отцу Давиду. Дорогие братья и сестры, в светлые дни Пасхи Христовой мы с вами празднуем День Великой Победы. Христос воскресе! Собрались мы в этот великий День Победы почтить память всех уничтоженных в концлагерях, невинно убиенных, и всех тех, которые сражались за будущее своей страны. В каждой семье есть фронтовики. 1418 дней в нечеловеческих испытаниях, не щадя своей жизни, на передовой и в тылу, не доедая и не досыпая, в холод и зной, с молитвой и верой наш народ шел навстречу этой победе. Поклонимся им низко, молитвенно их поминая. Сейчас в наше время Родина снова призвала ваших отцов, детей, братьев, и они тоже ушли защищать нашу страну. Молитесь за них
дорогие братья и сестры. Приходите в церковь, молитесь вместе со мной, ко Господу об их здравии и о скором возвращении с победой. Молитесь вместе со мной об усопших наших воинах, чтобы осветить им путь ко Господу своей любовью. Велика сила общей молитвы. Как воины рядом, плечом к плечу побеждают силой веры в правое дело, так и чем больше людей со священником взывают ко Господу, тем сильнее молитва, тем больше силы будут у наших детей. Жду вас всех в храм на общую молитву. Русская православная церковь молится на каждой божественной литургии о мире и сохранении наших воинов, гражданах России, во главе с нашим президентом. Желаю всем крепкого здоровья и долголетия, помощи Божией и покрова Царицы Небесной. С днем великой победы, с праздником Христос воскресе! Свой вклад в историческую победу внесли и северяне. Только в 1941 году было призвано 211 человек. В числе добровольцев были наши земляки-средняканцы. С 1942 по 1944 год из Средняканского района было направлено на фронт 5054 человека. Об этом свидетельствуют сотни наградных листов, хранившиеся в Средняканском районном военном комиссариате. 580 северян, принявших участие в войне, пропали без вести. 35 авиаторов перегоночной авиации внесены в скорбный список погибших. Внимание! Право возложить гирлянду памяти в мемориальной стене, установленной в честь наших земляков, участников Великой Отечественной войны, предоставляется Гагулину Кириллу, Магденко Софии, Пашину Вячеславу, Молчинову Евгению. Уважаемые средняканцы и гости, как дань уважения и почтения всем погибшим в годы Великой Отечественной войны, предлагаем возложить цветы погибшим воинам.
ходе Великой Отечественной войны советскими вооруженными силами было проведено 6 гигантских битв и около 40 наступательных операций, которые заканчивались разгромом вражеских группировок и соединений, тем самым умножая героизм и подвиг солдата и тружеников тыла. 1418 дней и ночей полыхали бои. 1418 дней и ночей вел советский народ освободительную войну. Долог и труден был путь к победе. Погиб каждый восьмой. Их погибших более 27 миллионов. Среди живых не осталось человека, который не ведал горечи потери. 27 миллионов ушли в бессмертие, чтобы жили мы. Неугасима память поколения и память тех, кого так свято чтим. Давайте, люди, встанем на мгновение и в скорби постоим и помолчим. Объявляем минуту молчания. Слава героям! Вечная слава и вечная память! Каждый год в эти майские дни наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит память павших. Память о прошлом – это не просто свойство человеческого сознания, это способность сохранить следы минувшего. Память учит и призывает, убеждает и предостерегает, дает силу и внушает веру. Вот почему наш народ так свято чтит память о подвигах тех, кто не жалел ни сил, ни самой жизни в Великой войне. Человеческая память, время не властно над ней, и сколько бы лет и десятилетий не прошло, люди снова и снова будут возвращаться к нашей победе, ознаменовавший торжество жизни над смертью. Никогда не померкнет подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего победу. Внимание! К выносу знамени Российской Федерации и знамени Победы стоять смирно! Равнение на знамя! Thank you.
проходят зимы и весны, сменяются поколения. Звенят над Россией новые грозы и новые песни. А они, не пришедшие с кровавых полей той великой и страшной войны, остаются все теми же, какими ушли в огонь. Они вечно живы, пока жива Россия, пока не иссякла наша светлая память о них. Митинг, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, объявляем закрытым. Ветераны уходят в прошлое от нас, и будем сожалеть мы долго, что не услышим их рассказ о том, как шли они в атаку, под залп огня в жестокий бой, о том, как выжили когда-то, вернувшись раненым домой, и как друзей они теряли от пуль в безжалостных боях, и как бомбежки канонады им часто видятся во снах. Мы будем помнить их, гордиться, и не забудем никогда, и полк бессмертный ежегодно заполнит наши города. Цветущий май, такой, как в 45-м,
священное 9 число. Я низко в пояс кланяюсь солдатам, что нам победу принесли давно. И в день победы я обнять готова всех ветеранов. Боже, дай им жить, не позабудем подвиг их. И снова мы будем их за жизнь благодарить. Народ, посмотрите на небо, на чистое, улыбки героев в седых облаках. Спасибо за небо, за солнце лучистое, за жизнь, что нам деды несли на руках. В пыли, под завалами, вечными взрывами страна не осталась униженной, нет. Каким героизмом, какими же силами вы нам принесли луч заветных побед. Скитания вечные, силы могучие, бойцы, что нередко сходили с пути. Вы годы оставив свои наилучшие, гранаты бросали, шепча до пяти. Вы долго в пути, дожидаясь победного салюта, который позволил рыдать, боролись с фашизмом и дяда последнего, что внуки сегодня смогли вам сказать. Спасибо, родимые, дедушки милые, что не просрамили русскую честь. Спасибо вам, бабушки, женскую силу в тылу приближали победную весть. Спасибо, ту малое и незаметное, что можем мы вам, ветеранам, сказать, за ваше терпение, борьбу безответную. Спасибо, что жизнь сумели познать. Спасибо за небо, за солнце чудесное, за взгляд тот с небес, что сумел нас беречь. Вы ангелом стали, защитой небесную и совестью нашей момент теплых встреч. Спасибо всем, кто жизнь отдал за Русь родную, за свободу, кто страх забыл и воевал, служа любимому народу. Спасибо вам, ваш подвиг вечен, пока жива моя страна. Вы в душах наших, в нашем сердце, героев не забудем никогда. Мы легли у разбитой ели, ждем, когда же начнет светлеть. Под шинелью вдвоем теплее на продрогшей гнилой земле. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Дома в яблочном захолустье мама, мамка моя живет. У тебя есть друзья, любимый, у меня лишь она одна. Пахнет в хате квашней и дымом, за порогом бурлит весна. Старый, кажется, каждый кустик беспокойную дочку ждет. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Отогрелись мы еле-еле, вдруг приказ выступать вперед. Снова рядом с сырой шинели светлокосый солдат идет. С каждым днем становилось горше, шли без митингов и знамен. В окружение попал подорший наш потрепанный батальон. Зинка нас повела в атаку, мы пробились по черной ржи, по воронкам и бугеракам через смертные рубежи. Мы не ждали посмертной славы, мы хотели со славой жить. Почему же в бинтах кровавых светлокосый солдат лежит? Ее тело своей шинелью укрывала я, зубы сжав. Белорусские ветры пели о рязанских глухих садах. Знаешь, Зинка, я против грусти, но сегодня она не в счет. Где-то в яблочном захолустье мама, мамка твоя живет. У меня есть друзья, любимый, у нее ты была одна. Пахнет в хате квашней и дымом, за порогом стоит весна. И старушка в цветастом платье у иконы свечу зажгла. Я не знаю, как написать ей, чтоб тебя она не ждала. Нет, не забыть о той войне, которая была в прошлом веке. Она в тебе, она во мне, как в каждом русском человеке. Славом храбрый, славом бесстрастный, вечную славу поет вам народ. Доблестно зысы, смерть победисы, память о вас никогда не умрет. Витя!
Праздничный флаг небеса поднимая, ходит на площадь 9 мая. Город в парадную форму оденет, даже у солнца торжественный цвет. Этот святой героический праздник поровну делят прадед и правнук. Воинов хочет обнять вся страна, с гордостью глядя на их ордена. И марширует в шеренгах парада мужество Бреста и Сталинграда, ратная доблесть наших полков не потускнеет во веки веков. Прадеды, солдаты победы, в бронзе отлиты, в песнях воспета. Слава погибшим, слава живым, всем полководцам и всем рядовым. День над страной по-весеннему ясный, майские марши звенят в вышине. Скачет сквозь годы по площади Красной маршал победы на белом коне. Спасибо героям, спасибо солдатам, что жизнь подарили тогда в 45-м. Вы кровью и потом добыли победу. Вы молоды были, сейчас уже деды. Но эту победу вовек не забудь. Пусть мирное солнце сияет всем людям, пусть счастье и радость живут на планете. Ведь это так надо и взрослым, и детям. Напором стали огня и летели.
тучи в голубом напоминают, море напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс. Живым на войне встречусь с тобой я в родной стороне. Но пока я воюю, ты не забудь обо мне. Ах, эти тучи в голубом напоминают, море напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой с вами совсем не знаком и далек отсюда мой дом. Я как будто бы спала возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. На 45-го года, как ждал тебя синий Дунай, народом Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад, на старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл на солдат. Помнит Вена, помнят Алипы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венце в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело солдатский вальсет отзвучал. И Вена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал. Как будто он волски видел разливы, как будто Россию обнял. Помнит Вена, помнят Алипы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихрь велся в русском вальсе сквозь года. Помни сердце, не забудет никогда. Песенку любимую споем. Пора, пора, пора.
Все, чем жили мы вчера, за все, что...
спасы, и словно в забытье сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Фронта. Все для победы. Страна превратилась в единый военный лагерь. Самую большую тяжесть вынесла на своих плечах женщина, мать. Скольких сыновей и дочерей они не дождались с войны. Как тяжелы были те минуты, когда родные и близкие провожали на фронт своих любимых. Что принесет война? Вернется ли твой самый дорогой человек живым и здоровым? Никто не мог тогда ответить на эти вопросы. Горестные предчувствия терзали душу, но все-таки в сердце не гас огонек. В минуты затишья, на привалах, в землянках, солдатское сердце согревала хорошая песня. Песня вдохновляла, звала на подвиг во имя Родины. Песня на войне многим помогала выжить. И пусть сейчас она прозвучит как воспоминание. В тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты белоснежных полях под Москвой. Я хочу, голос живой.
далеко. Между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко. А до смерти 4 шага. Пой гармонику вьюги на зло, заплутавшие счастье зови. Не в холодной землянке тепло, а в моей негасимой любви. Ты сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Пой гармонику вьюги на зло, заплутавшие счастье зови. Твоей спиной и ахнет роща, накренясь, сорвутся птицы в черный дым. Сержант лицом уткнется в грязь, а он таким был молодым. И руки обжигает ствол, но сколько можно лить свинец? Взвод ни на 5 не отошел, и вот он, вот уже конец. Развозят пушки на трассах, все говорят: вставай, вставай. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи, ты слышишь? Потерпи, родной, и над тобой стоят врачи. И кто-то говорит: живой. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком. Нас листопад почти занес, нас листопад почти занес. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком. В осеннем парке городском.
вечный завета, от друга привета. Ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне. Приеду весною, ворота открою, я с тобой, ты со мною, неразлучный вовек. Тоске и в тревоге, не стой на пороге, я вернусь, когда растает снег. Тоске и в тревоге, не стой на пороге, я вернусь, когда растает снег. Thank you.
счастлив человек моей родной страны. И пусть не знает он вовек об ужасах войны. Прошло 79 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но останутся навечно в памяти людей Сталинградская битва, Курская дуга, подвиги городов-героев Севастополя, Бреста, Москвы, Ленинграда, подвиги миллионов людей, которые сегодня с нами, в наших мыслях, в наших сердцах, в наших песнях. Мы поздравляем вас с величайшим праздником, с днем нашей победы над фашизмом. Желаем всем людям на земле мира и любви друг к другу. Сегодня все цветы вам, все улыбки вам, все тепло майского солнца вам, колымчане! Подошла к концу торжественная программа, подготовленная к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Уважаемые средняканцы, вы приглашаетесь к возложению гирлянд и цветов к местам воинской славы нашей территории. Желающих просим пройти к автобусу, который расположен возле почты. Также приглашаем вас на вечернюю программу, которая состоится на центральной площади поселка Сеимчан в 8 часов вечера. В программе вас ждет акция «Свеча памяти», акция «Привал», в которую входит полевая кухня и традиционное мероприятие «Караоке», песни военных лет. Поем все вместе! Сегодня праздник входит в каждый дом. И радость к людям с ним приходит следом. Мы поздравляем вас с великим днем, с днем славы, с днем победы!